четверг в Самарской области небольшая облачность без осадков. 24-26 тепла днем, ночью 16-18 выше 0. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Сызрани облака, днем плюс 25, ночью 18 выше 0. Северо-восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 17. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, плюс 25 в дневное время, ночью плюс 18 градусов. Северо-восточный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%, температура воды в реке Волга 20 градусов, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.